Фотограф Костянтин Вікторів у нас сьогодні в гостях, людина, яка відвідала чимало країн разом зі своєю дружиною. І тепер в сіті-центрі є його персональна виставка, яку ви також маєте можливість відвідати. Доброго ранку вам, кажемо. Спасибо большое, що прийшли к нам в студію з самого утра. Хотіли ще раніше, але 26 числа, коли стартувала виставка, були підготовительні роботи. Тепер уже виставка працює. Ваші впечатлення, тому що це перша вот, персональна виставка, коли є можливість широким массам показати свої роботи? Ну, все пройшло добре. Були у нас ніколи складності з реалізацією самої виставки, з печатью. Угу. Вот. Ну, ми, в принципі, справились практично в останній момент. І все пройшло. Як показує практика, в останній момент це навіть дуже добре. Виходить краще, ніж з длительною підготовкою. А якщо говорити о самих путешествиях, о яких странах сама виставка? Там представлены в основном Непал и Исландия. Угу. Примерно пополам фотографии. А если говорить об этих путешествиях, это вначале было что? С целью уже делать какой-то фотопроект? Или фотографии рождались уже просто по ходу этого путешествия? Ну, как такового фотопроекта в планах не было, потому что фотографии, которые на выставке представлены, это фотографии, в принципе, с 2011 года частично. Угу. То есть там с первого моего путешествия и последние сделаны в этом году. Вот, и сделать фотопроект уже возникла идея, когда мы вернулись в этот раз, у нас набралось достаточное количество фотографий для того, чтобы можно было это реализовать и что-то показать людям. А в соцсетях, в Фейсбуке, если быть точнее, вы написали пост вот буквально на днях, что огромное спасибо жене, которая двигает меня в спину и мотивирует что-то делать. А, да. Я так понимаю, что это было совместное путешествие? Да, да. По поводу жены, чья это была мотивация? Она сейчас, приоткрою небольшой секрет, сидит за кулисами, поддерживает. Чья это была цель путешествовать? Цель путешествовать? Первый раз я путешествовал совершенно сам. Последний момент я вообще нашел попутчиков, ребят из Киева, совершенно незнакомых. Ну, к счастью, все пошло с ними хорошо, замечательные ребята. Вот. Но после этого я путешествовал только с женой вместе. А если говорить об этих путешествиях, это что-то высокомасштабное по бюджету или вы по принципу умных туристов по минимуму? Совершенно верно. Как и с какими сервисами, возможно, какие-то люди помогают в этом? Совершенно верно. В один прекрасный момент в интернете нашел я форум самостоятельных путешественников. Вот для меня это было большое открытие. Я понял, что люди на самом деле путешествуют очень много. Угу. Путешествуют самостоятельно, путешествуют без страха, без знания местного какого-то языка. И в принципе достаточно бюджетно. И самостоятельное путешествие открывает для человека намного больше свободы и дает возможность увидеть то, что ты не видишь, когда ты привязан к туроператору, к отелю. И... Угу. В одном из комментариев, одному из николаевских изданий, интернет-изданий, вы сказали, что здесь представлены фотографии, которые начинались с 2011 года, то, что и сейчас мы услышали, но есть уникальные кадры, которые не вошли в выставку, это портреты детей. А, есть, да. Я сейчас хотел бы, чтобы мы их посмотрели вместе со зрителями, и, возможно, вы прокомментируете, что это были за ситуации, и есть ли сложности фотографирования детей в этих странах. Да, в принципе, все дети, которые там представлены, ну, там портреты не только детей, это, в принципе, сделано вот на ходу практически все эти фотографии, то есть вот, с рюкзаком за плечами, фотоаппарат на шее, и это все детишки вот из местных, из непальских селений. А если говорить о детях, есть ли проблема вот с местным населением, как, например, в некоторых африканских странах, когда фотографы просто не могут, потому что они разрешают? Или здесь идут хорошо на контакт с туристами? Не сказал бы, что хорошо. В принципе, много кто разрешает фотографировать. Иногда не разрешают. И сейчас уже немножко население стало, скажем так, более испорчено. Просят денег за фотографии. То есть, вот, детишки бывают, подбегают и за конфеты пытаются сфотографироваться. А каждый зарабатывает как каждый может. Зарабатывает, как так может, что, друзья, да. Если будете путешествовать и желание есть пофотографировать, берите с собой сладости. Полные карманы конфет и вперед. По поводу самой выставки, есть возможность приобретать эти работы, и эти деньги пойдут на благое дело? Да, мы решили сделать выставку благотворительной. Деньги пойдут на нашу николаевскую клинику «Ветсервис». Вот, ну, не на саму клинику, в общем-то, на помощь животным, попавшим в непростую ситуацию, потому что бывают случаи, когда у людей нет средств, допустим, прооперировать животное. Угу.
и они просто оставляют животных умирать в клинике. То есть, ну, неприятная ситуация. Сама выставка сколько будет длиться и какая процедура приобретения этой фотографии, если кто-то из наших телезрителей, возможно, заинтересуется этим? Выставка будет проходить, ну, я думаю, не меньше пары месяцев точно, может быть, до полугода. Вот, приобрести фотографии можно будет, мы сделаем анонс еще в интернете, мы рядышком с фотографиями повешаем, скажем, информационную такую табличку, вот, с телефонами, с контактами. Ну что ж, друзья, у вас есть возможность приобщиться к хорошему делу, помочь животным, но вместе с тем не забывайте о том, что на втором этаже сити-центра есть эта фотовыставка, есть возможность прийти, возможно сделать даже на фоне селфи. Вам спасибо большое за то, что делитесь с николаевцами своими путешествиями, своими знаниями. Я думаю, что стоит уже даже сделать какую-то открытую лекцию, как поехать за маленькие деньги, посмотреть мир и еще после этого сделать фотовыставку. Вам спасибо, вам вдохновение. Вашей жене огромное спасибо за то, что толкает вас на новые какие-то впечатления, новые достижения. Я нагадую ще раз, що сьогодні спілкувалися із художником Костянтином Вікторовим, в якого зараз відкрилася персональна виставка саме 26 травня на другому поверсі сіті-центру. Відвідайте обов'язково, вхід вільний.